Дорогие друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодня у нас речь пойдет о, скажем так, монолитах, которые появились в Лиге Легион. Ну и с помощью этих монолитов мы можем фармить, допустим, вневременные осколки, которые выпадают как из обычных легионеров, так, в принципе, и из генералов. И вот что касается этих генералов, то о них у нас сейчас как раз таки пойдет и речь. Да, все верно. Но, как я предполагал, в принципе, наверное, не только я, а как и многие, разработчики решили оставить эту Лигу Легион, то есть контент этой лиги, в коде игры. Ну и как они сообщают в своих постах, эти монолиты будут появляться с такой же вероятностью, как те же разломы, ну или, допустим, бездна. Кроме того, мы сможем еще фармить этот контент с помощью других моментов. Первый момент — это с помощью свойств текстантов. Второй момент — это с помощью скоробеев, то есть появится у нас в игре дополнительные скоробеи. Дальше будет этот контент фармиться в спуске, то есть в шахте. Ну а также непосредственно в нашем Ацуатле. Ну а сами понимаете, в Ацуатле мы сможем эту комнату фармить до 3 уровней. То есть вполне возможно, поначалу будут падать какие-то осколки, но возможно на 3 уровне мы сможем открывать уже непосредственно монолит. Поживем, увидим. Так вот, что касается генералов. На своих стримах или, допустим, каких-то своих роликах я рассказывал, что мы можем гарантированно знать, где у нас будет генерал появляться, если он вообще таковой имеется, непосредственно в этом монолите. Так вот, что касается наших монолитов, то когда мы его активируем, у него есть два состояния. Это обычное состояние, это состояние как раз таки вы сейчас видите перед своими глазами. То есть он раскрывается и появляются такие воины, которых нам надо высвободить. И в данный момент времени с монолитом ничего не происходит, он открылся и все. Но вот уже сейчас перед своими глазами вы видите немножко иное открытие, опять-таки, монолита. И когда он открывается, появляется такое свечение. Это свечение чем-то напоминает пламя, которое как раз-таки под силой ветра наклоняется в одну, во вторую, в третью, ну или в четвертую сторону. Так вот, что касается направления этого свечения, дорогие друзья, если оно появилось и в ту сторону, куда оно указывает, это свечение, то в той стороне однозначно, стопроцентно будет находиться генерал. Ну и, безусловно, генерал той фракции, чью сторону вы как-никак высвобождаете. Ну а что дает генерал, я думаю, многие из вас знают. Кто не знает, сообщу. Генерал дает как раз-таки немаленькое количество вневременных осколков. Как вышеназванных осколков, так, в принципе, в некоторых случаях и неплохой лут. И вот что касается этого свечения, дорогие друзья, то оно появилось не вот только сейчас. Оно появилось довольно-таки давно. И разработчики, кстати, это писали на своем форуме. Но тут сами понимаете, много букв, кому-то лень читать, кто-то прочел и моментально забыл, и не придал этому никакого значения. Ну и вполне возможно, что у таких игроков, когда появлялись такие свечения, они их попросту не замечали. Это не смертельно, конечно, но зафармить генерала и получить дополнительный лут однозначно, дорогие друзья, приятно. Ну теперь как раз-таки я на 100% уверен, что когда вы будете открывать монолиты, вы будете уже знать, есть у вас генерал или нет. А если он появится, то в какой стороне его искать. Потому что, как говорится, информирован, вооружен. И как я сказал в начале ролика, лучше поздно, чем никогда. Если вы еще о этом свечении не знали, то теперь будете знать. Если ваши знакомые не знают, можете им как раз таки скинуть ссылку на данный ролик. Может, они узнают. Но пока у меня на этом все. Если эта информация была хоть как-то вам полезна, то можете сказать мне, допустим, спасибо в виде лайка под роликом. Если будут оставаться какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под роликом или же на стримах, которые проходят на этом канале. А я с вами прощаюсь, благодарю за внимание, за просмотр, ну и желаю удачи, фармит гема! Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте, я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!